Держитесь крепче. Поездка будет веселой. У нас контакт! Беглый огонь! Поражена! Рикс, это ты? А. Я здесь. Рикс! Да где ты? Я не... А, черт. Держись, я тебя вытащу. Оставь, мне уже все равно. Воды нет. И это главное. Черт. Не так все должно было выйти. Вов, тебе не ошибся. Слушай, если мир узнает, что он сделал, весь регион объявит нам войну. Нас победят. Теперь никто не узнает. Да ты псих. Смешно. Гулд сказал так же. Может, это было жестоко, зато правильно. Опять же, живым я отсюда не выберусь. Сделай одолжение. Не дай мне сгореть.
На связи. Слава богу. Мы видели проклятых. Пришлось бежать. Мы уж думали, ты не успел. Мне повезло. А Рикс? Труп. Хорошо. Нет, плохо. Он нас надул. Из-за него жители Дубая умрут через пару дней. Город нужно эвакуировать как можно скорее. Интересно, как ты намереваешься это сделать? Луга? Ой, простите. Я вас отвлек? Твою мать. Держись, Луга. Я уже иду. Не волнуйтесь, он получит сообщение. Да пошел ты! Эй! Полегче, приятель! Как-никак, это семейная радиопередача. Рейтинг для всех жаждущих. Удобно-то, Марти. Ну, не смущайся. Теперь остались только ты, я и несколько тысяч слушателей, смертельно жаждущих узнать. Марти, что тебе делать, когда они придут? Ха-ха-ха! Они хотят пить, они хотят жить, они хотят кушать, хотят тебя убить. Марти, что тебе делать, когда они придут? Эх, Марти. Лейтенант, бросьте оружие, иначе сержант Луга умрет! Не слушай его! Заткнись! Уокер, если ты слышишь, они взяли Лугу. 33-й меня прижал. Мне не добраться. Ты нужен здесь. Вы слышите, лейтенант? Я не шучу! Сдавайтесь, иначе я убью сержанта! Считаю до трех, лейтенант! Луга, берегись! Враг мертв! Тихо! А ты вовремя! Как всегда! Возвращайся в строй! Снайпер! Они тут везде! Ahem.
Джинси, мы пришли спасти вас. Хорошая шутка. Понял. Не смешно, а? Нет? Пошел нахер, ты сотрудничаешь с военным преступником. Нет, это вы пошли. Вы, мать вашу, понятия не имеете, кто этот человек и что ему приходится делать. Да-да, именно приходится. У него был выбор, как у любого из нас. Кто бы говорил? Помните врата, лейтенант? На мост, бегом! Внимание! Подпёрли через крышу! Только попадись мне! Придушу к чёрту! Тоже попытайтесь, мальчик. Враг убит! Стой там, я прикрываю! Боец дробовиком! Цель поражена! Не подпускайте их! Дальность действия. Не знаю, мы слышим его с тех пор, как попали сюда. А что? Если не эвакуировать город, жители умрут от жажды. Воспользуемся его системой для оповещения. Только выясним, откуда он вещает. Да уж.
Справляюсь. Чисто! Противник, внимание, ребята! Вот наш шанс! Вперед! Всем в укрытие, кретины! Внимание! Пробоим! Убил! Прощужится! Он на виду! Я в норме. А вы как? Да, в норме. Слышал? Кажется, из-за двери. Готовьтесь. Пошли. А ну, бросай оружие! Давай, быстро! Ладно, не стреляйте! Я сдаюсь! Это еще что? Кому-то надоело быть солдатом. Имя. Штаб-сержант Джон Форбс, личный номер 867530. Ты отнюдь не военнопленный. Насколько я знаю, ты даже не солдат. Вы не можете? Я могу все, что угодно. Так, этот придурок диджей, откуда он вещает? Диджей? Он под охраной. Вам не добраться. Это уже наши проблемы. Там, на вершине Транс-Эмирейтс. Луга, ты сможешь взломать систему вещания? Готовьтесь, эвакуация грядет. Будет некого эвакуировать. Что ты сказал? Подумайте, Кэп, это пустыня. Сколько, по-вашему, эти люди проживут без воды? Господи. Полковник хотел одного, чтобы люди выжили. Помните это. Мы учтем это, когда он снова нападет. Дубаю осталось недолго, господа. Идем. Ну так кто займется диджеем? Ты вообще о чем? Он просто так не сдастся. Мы же ему рот затыкаем. Три бойца против толстяка с айподом.
Мне уже страшно. Ожидай неожиданности, Адамс. Прогнись и побеждай, сука. Эй, ты понял, о чем я? Куда теперь, Луга? На север, по крышам. Выйдем прямо на него. Хорошо. Тихо, летит вертушка. Похоже, не за нами. А, это первое. Куда это она? Похоже, что к башне. Подкрепление. Только этого нам не хватало. Да ладно тебе. Зато настреляемся вдоль. Это снайпер. Судя по звуку, он рядом. Идем тихо. Что там? Опять беспорядки. Гражданские с ума посходили. Прямо как во время первой бури. Вся работа на смарку. Всегда можно начать сначала. А смысл? К тому времени мы все умрем. А ты сегодня не в настроении. Мне нужно курево. Не знаешь, Кросби на дежурстве? Да, он на точке Ворон 2. Они не знают, что мы и здесь. Этому глушители барану, ставим. Вернул сигареты, а то посмотрим. Хуже будет. Если ты так хочешь, не вопрос. Со мной, Луга. Твою мать! Теперь они знают, так, что мы здесь! Похоже, что у нас гости. Прошу извинить за беспорядок. Тут полно предсказанная буря прошла. Мы не болтать с тобой пришли, кричи. Убейте! Думаю, страшно. У меня для тебя сюрприз. Перезаряжаю, не дайте им высунуться! Да вы мне попали. Сукин сын! Готов!
Можем идти. Это ошибка, Уокер. Ты не сможешь провести этих людей через бурю. Я должен попробовать, иначе нельзя. Ты нас всех обрекает. О, черт! Уокер, ты что ж делаешь? О, боже. Да что ты творишь, Уокер? Застал меня врасплох. Ну, бывает. Пойдем. Да, полковник. Просто Джон. О, да, сэр. Джон. Начинаем? Вы же это не записываете? Что? Нет. Конечно, нет. Нет. Правильно. Не надо. Людям нужны мои слова. Не голос. Я вас понимаю. Я вам верю. За это время вы стали мне другом. Хорошо, когда есть кто-то, кто просто слушает. Это очень любезно с вашей стороны. Что вы делаете? О, простите. А, ручка не пишет. Сейчас найду запасную. Я тут слушал, чем вы занимались. И у меня возник один вопрос. Зачем при этом бить людей по голове? Прикладом, небось. Это лишнее и вообще непрактично. Смейся, пока можешь, клоун. Значит, вы не против? Вот и башня. Черт. Сколько стволов на крыше? Черт, я не смогу спуститься до зачистки. Не вопрос. Адамс, ты указывай цели. Мы, слуга, стреляем. Хорошая мысль. Выбирай цель. Я возьму вторую. Враг убит! Вижу группу снайперов у танцпола! Прикройте! Пулемет! Стреляй в борту! Противник мертв! Сукин сын! Сними этого сукина! Еще один выстрел, и мы трупы! Убей их! О, да! Мои любимцы идут! Пулемет! Стреляй в борту! Противник мертв! Можешь выдыхать. Почему они кончились? Никто не думает о детях. Вы же потом приберетесь здесь. Одним ублюдком меньше. Он все равно мне не нравился. У нас мало времени, господа. Я уверен, что Конрад выслал подкрепление. Слушай задачу, Луга. Через 2 минуты станция должна работать. Понял? За меня не волнуйся, я свою работу знаю.
Похоже, нашего диджея зовут Роберт Дарден. Работал в журнале Rolling Stone. Эдакий Хантер Томпсон от мира звезд. К моменту нашего появления он забросил журналистскую практику, но, судя по тем записям, что мы нашли, он пытался быть честным репортером. Писал об эвакуации, о самой трагедии и о том, во что она вылилась. Может быть, время, проведенное с простыми солдатами, вышибло из его головы всякую дрянь? Кто знает. Жаль, что этому Бобу Дардену уже ничего больше не написать. Цена нашего присутствия здесь растет. Парни! Ха-ха. А это что у вас? Реальные пушки? Да ладно! Не идет, Луга. Я работаю. Консоль нестандартная. Одну минуту. Вы слышали эти голоса? Без паники, ребятки. Это всего лишь эхо. Здесь оно постоянно. Чего? Сигнал отразился от облаков. Ух ты! Да ты у нас вундеркинд, что ли? Не зря учился. Это ты поднял сетку вещания практически из ничего. Впечатляет. Ну, что ж. Заметь, это не я сказал. Вижу, ты усилил передатчик, да? И далеко он сейчас бьет? До самого предела мироздания. Или до шторма. Без разницы. Гонишь. Недоверчивые ребята. Вот теперь вы в прямом эфире, господа. Попробуйте. Ого, не так уж и сложно. Отвали от меня! Ты что, совсем с катушек съехал? Ты охренеть какой наивный! Это он сливал проклятым, где мы находимся! Он не собирался нас отпускать! Я сделал, что нужно! Так уж твою мать и нужно! Пошел ты! Вопрос закрыт. Хватит! Потом разберемся. Всем, кто меня слышит, я командир спасательного отряда США. Мы поможем вам. Но сначала 33-й ответит за то, что они натворили. Я разочарован, Уокер. Из Дубая не уйти. Я пытался. 1300 людей, старики, женщины, дети погибли из-за меня. Из-за моей гордыни. А теперь ты хочешь добить остальных? Если ты не желаешь учиться на моих ошибках, что ж, тут ничего не поделаешь. Ты и так убил слишком многих. Прощай, Уокер. Черт, укрытие! Вот тебе эвакуация. Что теперь? Мы в ловушке. Единственный способ выбраться — вертушка. Но между ней и нами куча стволов. Все в башню! Живо! Идите, я прикрою отсюда. Ха, еще чего? Спорить некогда, идите! Он прав. Пошли! Луга, как только мы у вертушки, беги к нам! Обо мне не волнуйтесь, просто идите. Поехали! У нас контакт! Уокер, очнись! Внимание, противник движется! Вы в пути! Прикройте меня! Есть! Закидай цель!
район! Перезарядка! Проверить балкон! Шейли, я прикрываю! Луго, расчисти путь! Попроси! Луго! Есть, сэр! Остаться в городе. Ладно, мы их тут похороним. Беги, Белоглазу! Останови!
Точно! Держись! Стойте! Стойте! Это неправильно! Слишком поздно! Но мы ведь это уже сделали! В смысле? А, твою мать! Снова! Сбросьте их уже! Принято! Держись!